Здесь кроме московского «Динамо» есть еще и «Зенит». Правда, «Зенит-2». Это будет 29 апреля. Дударев успевает отобрать мяч у соперника. Мчит вперед. Но Мищенко догоняет, кстати, и без нарушения правил отнимает мяч у реактивного Дударева. 10 мая. Сибирь сыграет со «Спартаком». Вообще для любителей «Спартака» в мае в Новосибирске будет целое раздолье. Опасный момент. Удар! Гол!